И если вот смотрим у нее, да, как бы шерсти, ну, так скажем, под шерстку, собственно, немного. Вот, в таких случаях что можно сделать? Можно вот это все просто сюда. Во-первых, это все зачесывается ровно. Стрижем мы вот этот вот кусочек вот до гребешка. Можно немножко проведить вот эту часть сначала. То есть то, что у нас будет ближе к лысому. Здесь должно быть шерсти побольше, говорю сразу. Не так же лысо, как здесь впоследствии. Вот, поэтому вот тут можно так смело проведить. А докуда ты стрижешь на плечах? Кожа, да? На плечах. Вот до этих кучеряшек, вот, или ты их срезаешь? Вот, смотри, ну это в принципе просто. Вот если даже вести, раз, видишь, еще упирается в плечо. Вот оно у тебя, собственно, вот она, вот эта линия идет. Дальше. Понятно. То есть кучеряшки вот, все остаются. Собственно, сводится к фарбрусту. Угу. Вот сюда. Вот. То есть вот этот вот, видишь, тоже кусок. Хочется его как-то ликвидировать отсюда. Фред, башкой не верти. Дай мне посмотреть. Ну, можешь жестче просто двинуть, конечно. И все. Потом, например, вот эта вот штука тоже нам не нужна. Вот так вот тоже не должно быть. Должно быть примерно вот здесь, да, вот видите, шерсть растет и здесь. Должно быть вот этого вот куска, его быть не должно, потому что оно закрывает все плечо. Вот, и это совершенно ошибочное мнение, когда я сегодня читаю, чем больше здесь подушка, тем, соответственно, плечо у них лучше и все такое. Нифига подобного. Оно, во-первых, укорачивает шею, во-вторых, еще и прячет все ваши достоинства, если они, собственно, есть. Вот, поэтому вот эту штуку где-то посерединке, не надо очень близко к коже, будет дырка. Где-то примерно посередине длины шерсти. Берем и просто по чуть-чуть эту дырку отсюда срезаем. Потихоньку, не надо торопиться, иначе может быть дырка. Вот это все потихоньку уходит. Раз. Потом, значит, берем опять-таки, все задираем. Значит, еще один есть способ, такой хороший, в прошлом видео тоже было. Сюда прикладываем ножницы. Значит, нужно не забывать, что ножницы еще нужно держать под углом, вот как вот идет собака, вот она вся изгибается, да, то есть ножницы здесь мы держим, если грубо говоря, да, вот так, то здесь их уже надо держать вот так, здесь, соответственно, вот так и так далее, то есть она изгибается. Вот, прикладываем ножницы сюда под углом, примерно как идет собака. Вот. И вот эти вот концы в сторону лопаток срезаются. Уголочки, кончики, краешки. То есть, когда мы уже достаточно, ну, вот если подсняли под шерсток оттуда, берем это дело все. Стой! Снимаем. То есть, вот шерсть меняет направление. Здесь стригли вот так, вот она идет. Здесь уже стрижем. Вот так. Снимаем. Стой! Если недостаточно, берем, делаем повторную процедуру. Можно еще сделать еще одну фишку, как способ. Так, может, конечно, понравится. Можно вот отсюда поднимать. В принципе, эффект тот же самый практически. Можно просто поднимать вертикально. То есть раз. Но здесь вот нужно именно за вот этим вот углом следить. Два. Три. То есть здесь не коротко стрижется эта часть? Здесь не нужно до голого этого самого, до голого тела выстригать. Здесь просто должен быть плавный переход. То есть не то, чтобы прямо совершенно одной длины, конечно, но говорю, главное, чтобы не было подушки. Сиди, радостная, сиди. Потом можно сделать еще раз вот так, уже то есть какие-то совсем лохмушечки, которые, естественно, в виде висят. Можно чуть-чуть раз. Кстати, обращаю внимание, что пока снизу вверх. Так, крет. Ну, сети ровно. Вот. Дальше можно немножко это дело отшлифовать, так скажем. То есть сверху кончиками буквально это делаем. Раз так. То есть чуть-чуть, вот видишь, слетают прям самые вообще уже какие-то прям пыль практически. Но она есть. Значит, вот эти пудри все равно они снимаются. Да, вот. То есть получается, вот, по идее, вот такой вот плавный переход. Дальше, значит, чтобы скрыть вот этот переход от более-менее рыжего, особенно собакам с биколором, это очень приветствуется, когда
подшерсток очень белый, а вся остальная шерсть очень рыжая. Берется вот это дело, поднимается на расчесочку и филируются кончики. Так. Грет! Хватит башкой трясти. Вот это все так раз. Опять же, по направлению густо шерсти. То есть ни в коем случае не вот так будет лестница. Просто самые концы. Это только по границе вот этой, да, разницы. Да, 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 да. Сейчас еще один. Сидеть! Свертилась, чтобы и длину, и она как бы здесь просто по цвету не так сильно заметна, но и цвет тоже как бы идет. Вот только уходит длина вот этой вот самой ости сильной, то есть получается более-менее ровный переход. Вот. То же самое, собственно, делается с другой стороны. Ну что ты так мучаешься?